что, ребятки, вот этот день настал. Хаски дропнул альбом Хашханок. Я как уже прочел, посмотрел это блюдо такое. Я бы его есть не стал, но альбом давайте все-таки заценим. Здесь есть интро, аутро. И этот как полноценные треки походу. В общем, 16 треков, ни одной совместки. Жду от альбома интересное музло, какие-то разъебанные биты, охуевшие. Возможно, он как-то где-то сменит стиль, это было бы круто. Жду, конечно же, интересные тексты, ну и, собственно, саму технику подачи. Давайте слушать. Неплохо. Ты зачем нас разгонял, эй? Классный бит. Мне нравится этот звучок, сэмпл. Жесть. Ну такой серьезный подход. Серьезное начало. Крутое начало альбома, вот что я скажу. Шаг влево, шаг вправо. Круто. Бит крутой. Тема и чисто бит под конец, охуенчик. Но нет, оказалось, что не так. Так, никогда не будь. Что-то сэмпл как будто знакомый. Блин, как круто он пишет, а? Класс. Я, наверное, сейчас буду в основном слушать, вчитываться в тексты и так далее. И, ну, мне кажется, по минимуму будет слов от меня. Не знаю, короче, какой будет эта прослушка. Но есть что, не теряйте. Идем дальше. Люцифер. Супер. Вау, это очень круто. За бит, респект. Вообще, Bollywood FM, я так понял, тут в основном приложил руку. Ну, не ко всем уж, но ко многим, мне кажется. Очень круто, по музлу прям топчик. Хаски, как всегда, хорош. Тут тоже никаких вообще вопросов. Все идеально, рифмы крутые. И исполнение, собственно. Просто однозначно лайк. Пока я вообще доволен услышанным. Все
все круто. Афериста, по-моему, я слушал. Или нет? Я помню чудное мгновение, похмелье черным густом, как ежевичное варенье. Я пластом лежал в гостиничном халате. Да-да, я слышал этот трек. Вдруг странно подпрыгнулся телевизор. Такое по звучанию, как будто бы было масло. Да. Да, крутой трек, идем дальше, не будем останавливаться на нем. Мир мух. Опять же, вот начало напоминает масло. Город-то пустел, все покончили с собой. Лишь сигнализации хохочут в разнобой. Я теку по улице, не нужны как моча. Город-то пустел, рухну крик звук. Я один тут, перепиплю этот мир мух. Вот их фиг различишь вообще. Тут, я так понял, в припеве еще более ВТФМ. Я родился дурью и пошел в торговый мол. В трауре и ке, и в унынии Ашан. Город табу стерел, мухи трахают обломки дел. Не кофея. Что это? Мира моя Венера. Ну, бридж такой отталкивает немного. А бит крутой. Противная мрачная концовка. И, блин, вот эти звуки, конечно, мух. Как представлю, что их куча вокруг. Хима у нас тут еще за продакшн отвечал. Хима, White Punk и Болливуд, я так понял. Так, ну, интересно. Еп. Частушечка. И снова мухи. Ну круто, вот про рифму мне понравилось. Бэки эти, конечно, забавные. Забавный, забавный трючок. И сам бит, наверное, такой какой-то. Но нет, припев очень, очень забавно. Комната скомкана, production by Zavet, к чему-то отсылает вот этот сэмпл. Давным-давно я слышал подобное. Круто. Блин, как круто. Просто у меня мурашки. Жаль, что короткий трючок. Ну, короче, я добавляю себе этот альбом, но уж однозначно это должно было произойти. Вау, как круто. По битам, по исполнению и по текстам. Круто, жду вот вторую часть альбома, такую же интересную. Птицы. Тоже продакшн от Завета. Почему-то это забавно слышать, пьете-пьете. Есть.
Ничего. Блин, очень круто. Так, бесконечный магазин. Тоже я пропустил этот сингл. Крутой битлом, крутой текст. Короче, слова «крутое битло», «крутой текст», «крутое исполнение» относятся ко всему альбому. Классно, что здесь использованы инструменты струнные. Очень круто. Я видел ангелов, но не смотрел в глаза. Мне нужен был касаемый привокзальный микрозайм. Меня выплюнул на кипяток асфальта. Сделав полусальто, я рассыпался в прохожих горской тальк. Обозначилось у мусорного бака. Просто вау. Вау, ребята. Как круто, что у нас вот есть такие музыканты. Рэперы, поэты. Очень круто, интересно слушать все. На что я дрочу? Сейчас послушаем. Очень мощно, просто пипец, особенно окончание второго куплета и вообще, ну все дальше концовка сразу просто переворачивает у тебя все, капец, у вас эти, как так можно круто писать вообще и не бояться, ну просто, я не знаю, у меня нет слов, просто охуеть. Это, наверное, один из таких мощных треков, которые я слышал. Круто. Идем дальше, реванш. Короче, респект всем вообще битмейкерам, кто работал над пластинкой. Супер. Биты топчик. Какое долгое начало, не очень красивое. Классно. Развивается классно. Что-то должно быть крутое сейчас в куплете. О май гаш.
Очень сильный альбом. Посмотрим, что сейчас послушаем, что нам скажет Хаски в аутро. Но темы пиздец, конечно. Классно, что он об этом говорит. Поднимает всякие проблемы, которые его волнуют. Вау, ребята, это очень крутой, громкий, сильный, вообще, я не знаю, какой-то бесстрашный релиз этого года. Очень круто, шикарное наполнение. Ну, понятно было, что Хаски будет обсуждать какие-то, ну, поднимать темы, которые его больше всего волнуют, и, конечно же, это проблемы России. На что я дрочу, реванш и старуха, это прям вообще, мне кажется, три самых сильных, наверное. Ну, аферист, может, Люцифер, ну, в общем, это капец какой сильный, крутой альбом. Я не знаю даже, что еще сказать, мне очень понравилась музыкальная составляющая, текстовая и, собственно, исполнение. Все здесь у меня как бы на 5 баллов. Очень круто. Как-то он не надоедал. Обычно, если много треков в альбоме, то ну, меня это как-то этот напрягает. И типа я устаю как-то. А здесь нет. Здесь вообще было все очень интересно слушать. Конечно, пластинка получилась мрачная такая. Темная. Печальная где-то. Где-то забавные были моменты. Все это благодаря Хаски. Вот он просто взял и передал всю эту атмосферу. Очень круто. Мне понравилось. Как вам? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.